Уважаемые коллеги, дорогие друзья и единомышленники, в марте вступают в силу новые аккредитационные показатели для наших российских школ, в числе которых необходимость подключения электронных библиотек и информационных ресурсов. Это означает, что наше государство высоко оценило роль электронных библиотек и электронных книг в формировании образовательной среды в школе. И подписка на электронно-библиотечную систему «Библиошкола» не только поможет вам с прохождением аккредитации, но и значительно расширит доступ педагогов и учащихся к художественной и учебной литературе. Электронная библиотека «Библиошкола» зарекомендовала себя как инновационный ресурс, который помогает и педагогам, и школьникам, и их родителям в учебном процессе. Это подтверждает наш многолетний опыт сотрудничества нашей ассоциации РШБА в рамках проекта «Читающая школа» и электронной библиотеки «Библиошкола». В рамках проекта «Читающая школа» мы формируем сегодня ресурс, который обучает и мотивирует школьников к чтению, помогает школьной библиотеке в ее работе по приобщению наших ребят к чтению. И предлагается сегодня более 20 тысяч электронных изданий учебной, методической, художественной литературы, изданий для проектной деятельности, внеклассного чтения, книг по психологии, педагогике, а также подготовки к ЕГЭ. Сейчас идет трансформация российских школ. В каждом регионе строится школа нового поколения. И замечательно то, что центром этого процесса становится современная школьная библиотека. А электронно-библиотечные системы могут сыграть важную роль в организации образовательного пространства школы и полноценно сопровождать работу школьной библиотеки в этом процессе. Уважаемые коллеги, мы представляем образовательный ресурс для школ – «Библиошкола». Это электронно-библиотечная система для педагогов, школьников и родителей, предоставляющая онлайн-доступ к методическим и учебным пособиям, научной и художественной литературе. «Библиошкола» комплектуется в соответствии с перечнем книг, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. Напоминаем, что с 1 марта 2022 года подключение к электронным библиотекам и электронно-библиотечным системам включено в расчет необходимых баллов для прохождения аккредитации. Подписка на электронную библиотеку «Библиошкола» — это не только решение вопроса аккредитации, но и доступ вашей школы к электронным книгам, аудиокнигам, тестам и мультимедиа. Наша ЭБС предлагает книжные коллекции по гуманитарным и естественным наукам, школьную литературу, внеклассное чтение, патриотическую литературу. «Библиошкола» также позволяет отслеживать статистику использования книг, представленных в электронной библиотеке. Фонд изданий постоянно пополняется, возможен круглосуточный доступ к ресурсу с компьютеров и мобильных устройств. Среди наших партнеров более 200 издательств детской, школьной, педагогической литературы, что делает содержание «Библиошколы» уникальным на российском рынке ЭБС. Чтобы опробовать возможности «Библиошколы», мы предлагаем вам получить бесплатный тестовый доступ. Для этого достаточно заполнить анкету на нашем сайте или связаться с нашим представителем по электронной почте или телефону, которые указаны на экране. Оформите подписку на «Библиошколу» и станьте лучшей школой!